Первым вопросом повестки дня значился отчет главы Десногорска о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Однако, ввиду независящих от ответственных лиц причин, данный отчет будет зачитан 24 июня вместо ранее обозначенной даты 10 июня. Кроме этого, был рассмотрен проект изменений к положению о бюджетном процессе муниципального образования. В чем суть изменений? Положение о бюджетном процессе установлен перечень документов, прикладываемых к квартальным отчетам об исполнении местного бюджета. Было предложено привести состав документации в соответствии с действующим законодательством. Также обсудили вопрос об утверждении плана работы Десногорского городского совета на второе полугодие 2019 года. Вопрос чисто технический. Пара принимается за основу при необходимости в течение года при вопросе изменения. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на 65-й сессии Десногорского городского совета. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.